На протяжении года в ВУЗе регулярно проводили встречи с абитуриентами и их родителями. Их знакомили с университетом и руководством. В июле будущие студенты также познакомились с деканами факультетов, посетили кафедры и учебные лаборатории. Таким образом, абитуриентам помогли определиться со специальностью. Это высшая категория университетов Российской Федерации. Их всего 27. А в Уральском федеральном округе ЮРГУ – единственный национальный исследовательский университет. Заключительная встреча с ректором ЮРГУ прошла после окончания приема документов на очную форму обучения. Александр Шестаков рассказал о преимуществах, которые дает студентам учеба в Национальном исследовательском университете ЮРГУ, о самых перспективных специальностях и о наборе 2012 года, о направлениях подготовки в ВУЗе и многом другом. Мы шли целенаправленно. У нас это наша была цель, мы к ней готовились очень долго, соответственно, много сил отдали, времени, денег. В течение полутора часов абитуриенты и родители задавали вопросы об университете. Свой главный ответ, зачислены они или нет, окончательно станет известно 5 или 7 августа.